За окном типичная осенняя погода, а в администрации Одинцовского района удивительно тепло. И дело не в том, что отопительный сезон в разгаре. Душевную атмосферу создают эмоции старых друзей, которым наконец-то удалось встретиться. И причина для встречи весомая – премьера очередного фильма «Семьи Камоловых». Сегодняшний день – это как праздник. У нас сегодня загружен, у меня лично был день загружен, я должна была быть, да, на работе. Но я смогла распределить свое время так, чтобы сюда не попасть невозможно. И не высказать свое уважение глубочайшее. Восторг полный. Среди приглашенных на премьеру очередной серии семейные саги Камоловых и уже опытные люди и молодежь. Для Екатерины Светлана Георгиевна образец для подражания, который доказывает, можно быть успешной во всем, и дома, и на работе. Я лично в будущем мечтаю быть такой же, как она, добиться многого в карьере, сплотить такую большую семью, быть такой уважаемой личностью, как она. Меня восхищает это, и я считаю, здесь есть место молодежи, здесь есть чему поучиться. Катя пришла на премьеру фильма «Родники души России», который Георгий Георгиевич Камолов делал традиционно у себя дома и только своими силами, не с пустыми руками. Торт ручной работы не случайно изумрудного цвета. Этот торт не случайно изумрудного цвета, потому что в этом году семья Камоловых отмечала свой грандиозный юбилей – 55 лет. Я об этой дате не забыла и решила такой сделать памятный подарок, такой же радужный, яркий, такой же сочный, как и их жизнь и их творчество. «Родники души России» – это фильм не только о Камоловых, чья семейная история – это часть истории страны. Их пример – наука современным семьям. Быть вместе, несмотря ни на что. Помогать друг другу и окружающим. Любить и быть любимыми. Это все про семью Камоловых. Нужны такие встречи, нужно общение. Нужно показать ту замечательную атмосферу семейного уважения, любви и преданности. Согласны? На премьере фильма Светлана Георгиевна уже по традиции объявила, что 13-я часть саги будет завершающей. И зал традиционно не поверил и потребовал продолжения, потому что эти встречи – то, без чего многие уже не представляют свою жизнь.